Не, не дальше поставлю. Все по три инкубатора погнали. Давай выйдем, я слона могу поставить. Слона могу поставить. А все уже там поставили, все вызвали. Ой, это разные кусты. Что там? Это как вообще? Вот я буду как второй танк. Третий танк сарвики шобос. Пускай лучше БДК первый начнет у него просто ЛПшечка и все. Давайте, сделаем ДБ еще как раз. Погнали. Главное просто не умирать. Если вы не умрете, то мы сделаем ДБ. Твои части не чета героям Альянса Тирион. Да, ТМТ. Сзади вара своего заведи еще в гильдию. Ты забываешь вечно, надо напоминать тебе. Давайте распула. Блин, зависает что-то распула. Уходим с лужи. Блин, эти лужи меня преследуют, видите? Я запрыгнул. Киньте бутылку далеко. КД у меня. Блин, кидай бок. Кину. Молодец. Сбились, выйди. Тут на медведяку еще боб один. На звезду боб. Отлично. Так, играем правого червя. Под мордой червя не стоять. Лодочку. Нинеры заливаем Magic Story. Сейчас блеванет два раза, смотрите. Ладно, тут еще надо молчать, спасать походу с профа. Смотрите за игру по левому, эта полюка что-то на меня дыхнула. Так, пора речь в РДД зоне пробежаться. Кажется, еще раз должен блевануть босс. И это будет до свидания рейда. А не. Сейчас блевание смотри. А-а-а! Есть бафчик. Нет. Херово. Там три хила захилят. Два хила в параличе. Значит, надо прожить 40 секунд. Снимай, бабу. Отлично, мы сделали ДБ. Ой, тупой. Давайте гимн отхил, Альпич, попробуй гимн отхил, там захиливает пацанов. Ничего страшного, я его риснул, короче, нормально все. Да. Самый прикол, вырез куда стоит на диване, блин. О, БДК умер. Не могу поднять паралич 4 секунды еще. Сейчас я подниму его. Да. Да, смысл отводить реально только этот самый, блядь, у меня вышло. Ты все равно ДК. Ладно. Да, блядь, потому что я перестал хилить. Залейте маны перестали, кто может. КД уже я заливал на С. Можно гимнамах. Налоран, Альпич, кто-то гимнамам. Давал уже. Отлично. Лев, а ты же сейчас... с правым на танк идешь? А, кстати, да, сейчас напишу. Отлично. Снимайте ханты Роги Берсу, сейчас будет. Но я... Значит, никто не умер перед Берсе.
Я еще тыкаю эту кнопку, не могу найти за деньги. Надо за... Так. Снимаем версу. Рецепт 20к стоит ролем. Трофей. Запускайте босса. На мейн кому-то надо. Там какой-то мчащийся хотел, да? Ладно, Наурус, наверное, нужнее. Так, на мейн херово танка ролил. Отниму сейчас ГП. Давайте кольцо на силу. Отнимаем. Так, присты, пожалуйста, диспельте магию с босса, у нас нет магов. Либо энг диспель. У нас маг есть один. А, нет. А, ну да, маг, кстати, есть точно. Но все равно по диспель. По диспелю, по скиллу, сам. Пока ты будешь диспелить, молния пройдет с 5 стаками, с 4, и у нас люди упадут, надо 2 человека, чтобы диспелили. Слышите музыку на фоне? Слава богу. А что там, квеста ни у кого нету? Ну я... Шарили уже. Так, давайте вулкан играем. Не вулкан, ворота. Череп надо захилить. Лень, выбегай с рейда. Звездочку. А нет, это не то. Давайте, короче, кливайте трэш. Череп надо хилить. Микролабик, можешь глыбу прожать, сразу спадет. Блин, убейте, короче, этих мобов, они косты сбивают, РДД. Нельзя кастовать, короче. Отлично. Так, бегайте от лужи. Бабл прожми. Сейчас будет вулкан. Нужно дать несуществующую сакру лиса вулкан. Вот вулкан пошел. Прожму звездопад. Череп хилим. Микролабик, опять глыб. Убегай.
череп хилим. Герой, выйди с рейда. Да, совсем херово. Не хватает еще, знаете, дауна и ультрасуки в рейде. Тоже такие ники мы придумывали. Убирайте тотемы. Они играют так же, как и их ники звучат, блядь. И теперь вас ждет новый противник. А Войт играет как Войт. Подлые собаки. Вы выпустили... Трофей. На воинов Орды? Ваша смерть. Мне нужна помощь, поверьте. Не чащийся, тебе... Ты шмотку сразу сделаешь? Давай лучше тебе отдадим, тебе будет нужнее. Хотя, пока ты накопишь тревог, мне кажется, ты там шмотки берешь с рука. Ну ладно, давай. Оркет роль. Ой, учащийся. Твои ПГП. Так, ты писал, что на ДЦ ролишь? Ну я так-то в ДЦ спеки, нет? Да, я куплю. Ну, мне вообще не ПВП ДЦ, она нужна, так что... Все, давайте запускаем. Ты уже привык, что ты же походишь. Вот, давайте. Так, тут раз, два. Биллинс, прикосив в танка. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас... Я требую... Тирион, позволь моим членам... Мы бросаем вы... Давай тебе минус соберу в заметке, Ильяс. Хорошо, будет так. Ты был принят в гильдию 6 сентября. Вар 5.2. Сейчас уже 5.8. Видишь? Ямбр, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. За полгода уже 600 веса. Так, Джулиан, Бара держишь, Йорлен, Ханта, Белин, Рогу, Ваня, этого Вара, кажется, я не назвал Вара, да? Вроде не. Да, давай тогда ДК, Джулиан ДК, Джулиан Вара, а ты ДК, вот, я уже путаюсь, где тут Лок, давайте Лока будем играть, звезда, потом кружок. Чек. Все звезду. Как показывает практика, легче сролить с ласта сундук, поставить 258 шмот, чем тратить дрюли. Ладно, аккуратно, чтобы вас не порезал. Это Рога, короче, сейчас его контроль кину. Давайте кружок играем, сейчас добьем звезду. Слушай, какой еще контроль, типа? Спальте. Две хоты висят на хули-пале. Кто хочет помочь Ордену Анархии там целка пронести? Только не сваля.
Нет, тут, короче, у них проф, кров, лич. Хочется ходить, моржать. Можете там это ДК слить, с одним талантом я его забрать не могу. Так, а где он тут, блин? Да, он в центре бегает. Давайте, Саня. Перебегает, вот он. Для себя паунч, что слить. Давайте еще шамана тут рядом. Ах, незыблемость он прожал, гад. Хотя я под незыблемость его бью по 10к критом. Так 23 было. Короче, там 3 слота надо воды на нахи. Хотя, может, они доберут. Вилли хотел принять. Ловерман, по-моему, старый, еще с каннибалов, по-моему. Ты еще до адептов туда. Не, это вот этот, про которого Англик говорит. Кажется, нет. Может, новый какой-то. Только ник старый. Это этого же фокуса тем. Там лично сидят в руках. Ловерман, я знаю, там каннибал Корф, Вилли, она очень древняя, не знаю. Может, это не он. Потому что Шунчик, Лайт, Лаверман были, Гэймон. Как же опять? Получать и пусть. Так, давайте звездочку. Не знаю, может написать, что Камикадзе не лёли каких-то лесадептов за то, что он развивал уже на пол экрана. Его сразу взорвет, может потом в ЧС кидать. Там минут 30 будет писать. Вот что-то такое. Вообще не понимаю, что этот поп и лёлик в одну гильдию не вступят. Вот да, это было бы круто. Это бы позвали одновременно. В одной. А, ну да, сначала обломись. Зайдет, поорет, а потом уже остальное. А вы видели? Видели, как недавно поп анбаф собирал? Че за внимание такое, поп? Кто он такой? Дурачок. Это мое внимание. Интересного дурачка. Ну, сепаратист какой-то с Донбасса. Он строит ДНР. Плохо выходит, правда. Я даже не знаю причины, по которым все строят, да? Ну ты сегодня грамотно прицел опустил. Да, прицел пиздец, блядь. Пришел, блядь, въебал рейд нахуй, байкнул. Класс. Граните тотемы. Так, смотрим, что выпало. Трофей ролим. 92-99 Элоран.
Мне тут прям пишут люди, что я был в РКПОПа, с ним там состязался. Вот сейчас буквально 20 минут назад. Прикольно, чё. Ну, чувак зашел какой-то и написал, типа, подписался ником Реневал. Да, ну, если он подписался, то это да, это Реневал. Тут же написано, что Реневал. Да, и он просто сидел, молчал. То есть ничего не говорил. Ох, жаль, что не говорил. Так, это вряд ли кому-то надо. Вот это, Вар, надо тебе, это хорошая штука. Аркец. Ладно. Давайте отходим все, потом его убрали, запуск будет. Ну вот, люди всему верят. Я могу сейчас написать, что Варенька кидает на рейд там людей спамить неделю. Люди в это поверят. Это так. Вчера только на утешение кинул в бычки. Ну, красочно расписать ситуацию, и все в это поверят. Буду говорить, а не ходите с ним, он кидало. Ну же ж так. На раз-два. Так, кто из вас что танчит? Ваня, судя по всему, темную вальку, а Джулиан белую, да? Чек. Ну и Йорлин там что-нибудь танчит. На всякий случай, погнали. Подведи поближе. Можете накурить на 6 зара. Это должен хан брать светлый шар и бить другого. Ну, да. Ну, ну типа сливать. Очень трудно набрать образ друга. Это все болезнь овергира. Мы тут просто зарягаемся, не думаем ничего, ни о чем. Бьем так же. Только Ване надо хилить Шизара. У нас тут три. Блин, надо собрать еще один шарик. Так, я бил по 67к критом. Сейчас, наверное, сразу гроу был. Бьем так же. Покажите абсорб. Так, снова 100 тысяч голды на ауке, ваш шанс выролить, стать богатым. 98 Йорлинд. Мне кажется, второй рецепт забирает или токен забирал. А, вон там соточка есть. Мелис Минелли. Так. У кого сканер, покажите абсорб. Сейчас. Она багная. Это все баги. Там щиты валик учитывают, так что это эти запястья на танка. На мейн там херово ролит. Ему отдаю. Пушка на кота. Блин, уже запустили босса. О нет, надо разролить. Там же ж выбор еще лежит в той вальке. Так, хрен с ним. Ролим выбор. Ладно, не ролим, ролим вот это. Ну, один раз мы чаще ему все дали, и хватит. 50 голд все-таки деньги.
А, давай сейчас пере... Бля, не передал, не успел. Черт. Да, ролик вначале инсты, все трофеи, которые будут падать в ней. Это да, прикольно блин. Будет. Чувак будет сразу поднимать этот 400 голды. А, ты про это, я думал, поочередно 5 человекам отдавать. Зачем? Да не, все, я просто не запомню. Этот ловерман опять пишет. Так, давайте ставим тотем на природу. То у нас танки васап танчит и... Давай, Белин, потанчи, пожалуйста. Трэш, а... Давай, я потанчу. Ну, давай, Войд потанчит. А, Джулиан ДД спикнется. Мои, дайте халку. Чек. Пироса готов. Пироса далеко улетел. Сгорел, походу. Ладно, давай без него. Magic Story, ты тут? Тебе кулак не хватает или что-то не хватает тебе? Я маму пил, я вас просчитывал по разу уже по третьем кругу и два считую. Блин, да забей здесь. Ладно, пуляй. Первая фаза. Урон проходит только по танку, по трем танкам и 5 дебафов на рандомных людей. То есть здесь нечего хилить. Рестер шамана можете вообще не хилить. Тут до второй фазы 300 скаут, суммарный урон. Блин, я забыл, что я ДД надо. Там двухстай стоит, что ли? Не. Пироса нет. Живи. Ну посмотрите, я друидом косты не смогу сбить. Только один. А ты можешь один раз может бить расовой белкой, а не знаю, второй уже все, до свидания. Ты подводи. Когда выйдет из формы медведя. Под протопаном. О, бля. Советую вам сыграть в трэш. Все играем в трэш. 20 мобов вышло, я в трэш играю. Быстрее, все в трэш. 5 секунд зарывания. Есть новая топовая тактика, как дать больше ДПС. Опа, кто-то вайпнулся. Это что? Вайпнулся. Починили что ли, или это просто кто-то не забежал? Да не, никуда убежал, не видно было. Трэша много. Ладно. Тут топовая... Пристабав на туидом. Можно даже без духа. Короче, можно на первой фазе не бить трэш, пускай она закапывается, а вот на переходке он выкапывается и просто сливаем его. В принципе, по времени мы ничего не теряем. Она будет 8 мобов. Хотя, какой в этом смысл вообще? Переводить босса в 32% без трэша, например. А типа боссы все, последний трэш, потом переходка. Тут еще раз повторяю, кто-то скринил целка 25 гир с урок аккаунт. Так а ты мне на 1000 ТП занесел на локом, да? Я в рейд линковал, а у Войда на новике это не стоит. Маня, у тебя 17 ДПС, а не 18, там скрин есть, все выложено. Че ты решил скрин? Серьезно? Скрин? Да. Что ты думал 18? Не.
ты все равно топ-1. Там на 17 мало. Конечно, мало. ФДК 15к ДПС там и так далее. Так. Я думал, что это неделя, по-моему, ДПС у нас меньше и меньше становится. Поставьте ауру на огонь. Вообще это легко объяснить. Это еще просто я начал по-другому рейды собирать. Раньше собирали 4 мага, 4 фурика. Отсюда ДПС 380. И отсюда и общий ДПС у всех выше. Хильди что-то пробивает. Ну давайте сакру, там берем сакру. Сейчас убьем уже. Чаще умирает. Жаль. Давай я подойду по скиллу, дам расовый стан. Смотри. Все есть. Сейчас я умру смертью храбрых. Нет. Нахер его приморозил, молодцы. Так, опять рецепт, блин, ну надоели рецепт. Скоро все богатыми станут. 95 графит. Графикью. 100 лень. Это вот сотка лень. Все верно. Трофей. Это, Олег, там перестань, не кикайте с рейтом. Я этот самый. Я все. Всем спасибо, до завтра. Как? Давай. Стакай порчу. Сибилис, передай микролабику, 100 сотку не увидел.